День воздушно-десантных войск в Новосибирске прошел на удивление спокойно. В фонтанах десантники не купались, в полицию никого не забрали, и, похоже, от прежних шумных традиций вообще ничего не осталось. Мария Черешнева попыталась выяснить, почему же. Утром у центрального парка не припарковаться. Улицы Идринцевскую, Каменскую, Мичурина заполонили машины с наклейками и знаменами. На них не только знакомые всем «Никто, кроме нас» и «Выше только звезды». Вот нечто новое, да еще и на борту лимузина. Водка враг, а десантник врага не боится. Тархунчик пьете? Да. Что? Да. Позвони, когда на речном. Исключительно. А врага уничтожать будете? В смысле будем. Водку? Будем? Нет. 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 Потому что я говорю, мы сейчас сами на машине. Врага будем, водку нет. У сцены в Центральном парке у большинства в руках лимонад да кофе. Отдыхают семьями, здесь в тельняшках и голубых беретах даже те, кто не служил. Некоторые все же прикладываются к бутылке в стороне, но особо не таясь, праздник же. Но ветераны все равно не одобряют. Я тут вижу один. Больше таких старых нету, десантников. А мы начинали. Ну тогда дисциплины было больше. Строго было. А сейчас полегче немного. Сейчас им полегче служить. Чем ближе вечер, тем слабее дисциплина. Городские фонтаны сегодня не работают. Мэрия объясняет это тем, что профилактика. Вот так их отключают каждый год и, мол, никаких совпадений. По сути, не работают только механизмы, а вода в чаше есть. Но, на удивление, нет желающих искупаться. Десантники говорят, традиции были изначально глупые и неправильные. Настоящий десантник, хороший десантник, он никогда не полезет в фонтан. В любом случае, он будет себя контролировать и правильно себя вести, потому что он гордость России, и, в принципе, на него равняться должно подрастающее поколение. Поэтому так. И те, кто пришел на набережную огорчены, день ВДВ уже не тот, что прежде. Я узнаю, хочу узнать, почему такая тишина. День ВДВ, а никого нету. Ну, где все-то? Где все? Вот, мне, вот мы. Мне комбат сказал, фонтане не купают. Похоже, больше крепкую десантную дружбу не будет рушить извечный спор двух лагерей, купаться и шуметь или нет. Мария Черешнева, Константин Стремоусов, новости здесь, Новосибирск.